Все, классика. Мерседес. Легенда. Ай, вот это я люблю. Братан. Ай, люблю это. Поперли. Эй. Друзья, продолжаем тему старых Мерседесов, причем сегодня прям со всех старых. Если вчера мы вам показывали 280-й, да? Да. 280-й, то сегодня Е250, и я не удивлюсь, если завтра к нам приедет кабан. Ну, сейчас как есть, вся правда, отвечаю, автомобиль для двух целей. Либо под реставрацию полную, для фаната, да? Либо тому, кому просто вообще пофигу, там, что внутри работает, как она выглядит. Потому что валит она до сих пор обалденно. Вот этот вот 2,5-литровый дизель. Мы тут пока отсюда приехали на локал за 5 пивоварни, мы только здесь снимаем Мерседесы. Она, как и новый, как и вчерашний Мерс, стоит монолитно, едет круто, рулится она обалденно, и что самое интересное, сегодня снимал C5 Citroen, турбовый, да, и вот эта старая 2,5-литровая дизеленка наваливает намного лучше, ты просто жмешь на газ, и она пошла, вот эта вот пепелаца, да. Гравицапа. Сейчас давайте по сути. Соответственно, по кузову нареканий за глаза хватает. Всяких тут тебе жуков, пауков. Ведь посмотрим, то есть здесь. Ну, короче, фатала нету, каких-то там сквозных ранений у нее нету. Но в идеале, конечно, все это дело подшаманить и покрасить, если кто вот как бы под реставрацию, обалден. Комплектация у нас Elegance, кто знает, тот знает. Ну, что нужно было на тот момент есть, правда, половина уже не работает, но тем не менее. Брутальный автомобиль для тех, кто понимает, что ему нужно от жизни. Не, вот как она едет, вот оператор не даст соврать, мы прям восхитились, валит. Жух, такая и пошла, но на 30 передач она еще... Итак, давайте изучать, блин, вот это надо показать, чтобы вы просто зря не ехали, да, то есть, кто согласен вот на такое, да, вот это вот эту шпаклю, ну, вот это, то есть, вот такие вот, ну, колхоз, то есть, жалко, что этот автомобиль ремонтировался как бы не на нормальных дорогих СТО, а где-то вот в гаражах, вот это вот жалко, потому что, ну, его привести в состояние в хорошее, и будет реально огонек. Здрасте. Как машинка. Легенда из прошлого. А, смотри, тут еще, слышь, красные суппорта. Вот это вот литье и красный суппорт. Так, ну ладно, давайте смотреть. Снаружи я показал, как она едет. Мы еще отснимем. А сейчас здесь. Здесь вот есть ранение. Неприятное ранение. Это значок. Его надо, конечно, первым делом реставрировать. Открывается багажник легко. Он не такой большой, как в том же 280-м, но, в принципе, его достаточно. То есть, чем старше машина, тем больше людей, по идее, должно там помещаться, не? Нет. Ладно, смотрим дальше. Мерседес старый, Мерседес комфортный, и всех любили. Тут сзади кто сидит, для них все делалось. У нас есть уже шторки, стеклоподъемники, которые, кстати, в круг не работают, сразу говорю. Зато вот дерево глянец, и вот эта вот фирменная мерседесовка, чик-чик-чик-чик-чик, вот эта штука. Ай, хорошо. Сидеть удобно, кресло мягкие, прям как дома сидишь. Это Мерседес, крыша еще куда ни шло, поездит. Ну вот, впереди. Ну, тут... Ай, вот это я люблю. Класс, места много, обалденно. Смотрите, все под дерево, все это ай, такое цельное, она еще лет 30 поездит. Момент по электрике. Вот эти штуки не работают, зеркала автоматически тоже что-то не работают. Зато, покажи зеркала. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну-ка, зеркало. О, пошло слаживаться, вот это работает штукенция. То есть, по электрике что мы нашли? Зеркала вот, ну, не реагируют, то есть надо проверять зеркало, стекла. Плюс зеркала, соответственно, тоже я вот делаю, ничего не происходит. В остальном печка нормально дует, больше тут ничего нет по электрике вообще. Все, классика, Мерседес. Что тут еще? Давай смотреть, как она поедет. Ну, господа, Гранд Эс, здесь такая кулиса, прям она такая, опа, далеко втопил и погнала. Ух, шальная императрица. Не, она не валкая, она тяжелая, она крутая. Ты просто валишь. Я просто хочу вам показать сейчас ускорение. Потому что, ну, шутки шутками, но эта легенда, она еще валит. Она на 3000 оборотах дает просто какие-то нереальные скорости. И я завернем. Смотрите, что происходит с этим автомобилем. То есть вот вторая передача, например. Я жму в педаль в пол, и она... Жух, такая и пошла. Ну, на 30 передач она еще... Уже 100. Вот вам, пожалуйста, 30, сколько там, 6 лет машине. А она наваливает. Этот прицел впереди, это же какой кайф, как она ездит. Да, техническое состояние у нее хорошее.
визуально хреново, электрикой тоже надо поработать, но удовольствие от езды, вот этот вот мерседесовский джах, она дает до сих пор. Ай, люблю это, поперли! Эй! Таким образом, господа, я рассказал вам абсолютно все про этот автомобиль. Вы все поняли, все услышали, кто что надо. В общем, Автохаус Гранд, Новополоц, контакты, профили. Этот, потомок уже, соответственно, кабана ждет вас в Автохаусе Гранд. Все контакты, как всегда, профили. Легенда! Братан!